Традиционно в преддверии новогодних и рождественских праздников спасатели проводят мониторинги в объектах, реализующих пиротехническую продукцию. Как правило, это один из наиболее ходовых товаров, а потому к ним такое пристальное внимание. Инспекторы проверяют наличие сертификатов, подтверждающих класс и качество продукции, а также организацию безопасной среды в павильонах. В преддверии рождественских и новогодних праздников органы государственного пожарного надзора проводят изучение реализации пиротехнических изделий с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций. Мы также проводим такие же мероприятия профилактического характера в трудовых коллективах, выступаем и рассказываем, что можно делать, что нельзя делать, как пользоваться пиротехническими изделиями. В городе Бресте достаточно торговых мест, которые реализуют пиротехнические изделия. Как показывает практика, официальные магазины и торговые сети, занимающиеся реализацией пиротехнической продукции, контрафакт не используют. За годы работы они изучили нюансы законодательства, владеют всеми аспектами и нормами реализации и, самое главное, понимают, что потерянное однажды доверие покупателей восстановить будет гораздо сложнее. Этот бизнес строится на доверии между продавцом и покупателем. Если тут сделать хоть какой-то минимальный, оступиться, сделать минимальный шаг, мы потеряем половину своих постоянных клиентов. У нас есть люди, которые к нам ходят уже 8 лет. Вот. И они ходят